Друзья, привет, меня зовут Александр. Встречайте, бестселлер 2016 года InMotion V8. Итак, что же нас так удивляет в этом колесе? Почему оно является лидером продаж? Появившись всего лишь в сентябре 2016 года, оно обогнало суммарно по году продажи таких убийц и хитов сезона, как King Song 16, как Gateway ACM, обладающих более мощными батареями, более мощными моторами, запас хода которых двукратно превышает InMotion. В чем же секрет, спросите вы? Давайте разбираться подробнее. Итак, у меня в руках модель InMotion V8. Она идет в одной модификации, в одной цветовой гамме. Чем данная модель привлекает людей? Ну, во-первых, это бренд. Компания InMotion – это словно Apple среди китайских производителей электроники. Они делают редко, но очень качественные продукты, продуманные. Ощущая колесо под рукой, я чувствую все его ребристые поверхности. Я чувствую крепкий пластик, который не люфтит, не скрипит. Я вижу интересные дизайнерские решения, стилистические. Я вижу скрытую в дизайне ручку, которая встроена для транспортировки. Удобная ручка. Однако из минусов надо сказать, что данная ручка будет удобна людям ростом до 180 см. Потому что мой рост составляет 186 см, и данная ручка мне слегка коротковата. В отличие от King Song и Gateway, она не люфтит. Она компактно убирается в корпус. Есть прорезиненная кнопка автоматического включения. Есть очень удобный порт для зарядки, прикрытый резиновым чехлом сверху, который никак не повреждается при падении. Есть фара ближнего света, достаточно яркая. И есть красивая небольшая фара задняя, стоп-сигнал для тех, кто едет сзади вас, как людей, которые, чтобы они видели, что вы останавливаетесь. Здесь есть педали. Надо сказать, что педали – это отдельное искусство. Они покрыты наждачкой. Также здесь есть резиночка с выгравированным логотипом InMotion. Эта резинка также служит специальным предохранителем от того, чтобы данная поверхность не была протерта педалью наждачки. То есть эта резинка упирается в корпус, и педаль не люфтит, она примагничивается слегка и не вибрирует. Здесь интересные дизайнерские решения в виде красной дизайнерской линии, проходящей через корпус. И самый большой секрет этого колеса, забудьте про технические параметры, это огонечки. Это светодиодные ленты, состоящие из трех частей, которые расположены вдоль корпуса всего колеса. Вы можете через мобильное приложение телефона программировать эту ленту, задавать любые цвета, задавать любой ритм движения, задавать скорость переключения огоньков, их цветовую гамму. То есть полностью программируемый дизайн колеса. Оно заметно ночью выделяется среди всех остальных. То есть данное колесо супер дизайнерское. Вес данного колеса составляет 13,5 кг, что является не предельно тяжелым весом, не крайне легким, но в принципе любой мужчина может его нести в руках, женщина может его катить за ручку, в метро, в общественный транспорт, вполне удобно для транспортировки колеса. Максимальная скорость по состоянию производства колеса, это сентябрь 2016 года, составляет 30 км в час. Данная скорость вполне достаточна для быстрого комфортного перемещения. Однако, надо сравнить с конкурентами, мощность которых составляет 35 и 40 км в час. То есть данная скорость не поражает воображение, но на мой субъективный взгляд, она вполне достаточна для перемещения. Ведь, понимаете, если скорость превышает 20-25 км в час, в случае падения вы просто физически не успеете побежать. То есть производитель, возможно, сознательно не увеличил скорость данной модели в целях безопасности, чтобы не было перегрузок, как, допустим, компания Gateway на ходу, когда колесо может отключиться на максимальных скоростях, поскольку там отсутствует верхний лимит. Здесь же колесо при разгоне, оно ограничивает педалями, звуковым индикатором, вы не превысите 30 км в час, поверьте. Емкость батареи составляет 480 Вт-часов. Для примера, у компании King Song KS16 емкость батареи составляет от 340 до 840 Вт-часов. Здесь же 480 Вт-часов. Вот, в принципе, основные секреты, почему выбирают данное колесо. Это дизайн, это возможность индивидуального перепрограммирования подсветки колеса, это удобное мобильное приложение и это повышенное напряжение. Убийца моноколес 16 радиуса – это InMotion V8. Для тех людей, кому не важна емкость батареи, для тех людей, кому важен дизайн, важно качество, важен бренд, хочется получить уникальный продукт с возможностью полной персонализации. InMotion V8 подходит идеально. Друзья, спасибо, что посмотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.